Смотрите, если здесь Бог многогранен, здесь Бог многогранен, подчеркивает, то пересечение это уже же плоскость. И здесь многогранен. То есть размерность вот этого. И если на плоскости один многоугольник, другой многоугольник, а граница-то между ними, размерность на единицу меньше. То есть размерность вот этой штуки на единицу меньше. И мы сейчас с вами напишем формулу. Вместо f я пишу везде и k. Смотрите, и k от m1 плюс и k от m2. Замечаем? А вот дальше очень важная вещь. Я хочу, чтобы это выполнялось. Минус ИКТ от пересечения должно равняться ИКТ от объединения. Так. Ну, казалось бы, это неправда. Вот давайте я нарисую картинку. Какой-то есть многоугольник. Какой-то есть другой многоугольник. Здесь вот есть точки. С целыми координатами. Но видно же, что не так. Если нас интересует точки с целыми координатами в объединении, то что нужно на самом деле сделать? На самом деле нужно посчитать, сколько здесь целых точек, сколько здесь целых точек, и прибавить вот эти. Ребята, нам нужен в этом месте знак плюс, а не минус. И внутренние точки надо понимать, в смысле внутренние на отрезке. То есть вот на плоскости эта точка не внутренняя, а вот на отрезке она внутренняя, для этого отрезка. То есть мне нужно, чтобы в этом месте поменялся знак. Все уже догадались? Надо рассматривать не количество внутренних точек, а количество этих самых точек, умноженное на минус 1 в степени размерности того пространства, в котором мы сейчас работаем. Давайте посмотрим, ну, что это конкретно означает. Вот здесь я беру и двухмерные объекты, а здесь я пишу единицу. Здесь я пишу ноль, потому что у отрезка нет ничего внутри. И здесь я пишу тоже ноль, потому что у треугольника нет ничего внутри. И смотрите, как будет забавно. Если я складываю число b и число i, то я получаю число n. Вот она, функция i. Она равна единице, нулю и что такое вообще функция n-кат от параллелепипеда? Вот представьте себе, если у нас есть параллелепипед с сторонами a, b, c. Вот это отрезок длины А, это Б, это С, это все целые числа, правильные числа А, Б, С. Подвергаем этот параллелепипед гомотетии с коэффициентом К. Тогда, соответственно, получаются отрезки А, К, Б, К и С, К. Чтобы посчитать количество точек с целыми координатами в такой фигуре, надо понять, что сделать. А, К плюс 1 умножить на Б, К плюс 1. И умножить на СК плюс 1. Это количество всех точек, на границе внутри всех. Это вот есть НК от этого параллелепипеда. А если нас интересует количество точек внутри, то, естественно, концевые точки брать не надо. Соответственно, здесь точек будет АК минус 1, БК минус 1. И здесь будет СК минус 1. Вот это есть количество ИК. Так вот, господа, а давайте-ка мы договоримся, что ИК это будет не вот это, а это будет то самое количество еще умножить на минус 1 в кубе. Вот такая функция. Мы всегда будем домножать на минус 1 в степени размерности, с которой имеем дело. Сейчас я все это аккуратно напишу. Вот. Тогда смотрите, что будет. НК
если вместо k напишем минус k, превратится, повторяю, если вы возьмете и вместо буквы k напишите минус k, то, значит, итак, k заменяем на минус k, то вы получите такое выражение. Минус АК плюс 1, минус ВК плюс 1 и минус СК плюс 1. Ну, соответственно, вот это в точности оно. Вот. То есть отличается знаком, причем каким знаком? Минус 1 в степени размерности пространства. Да. Так вот, если смотреть на количество точек, то вот эта формула на самом деле будет верна. То есть вот с учетом знака у вас здесь стоит количество точек умножить на минус 1 в степени размера. Здесь минус 1 в степени меньшей размера. И это даст нам тот самый плюс, когда вы все эти единицы уберете. Так, этот пример я объяснил. Единичный квадрат со стороны 1, то функции получаются такие. К плюс 1 в квадрате, а здесь минус К плюс 1, ну то есть то же самое, что минус К. К заменили на минус К. И для треугольника все. И К опять тоже получили. Как ни странно, уже все доказано. Мы с вами вот эту удивительную вещь, когда, что называется, посмотрели внимательно на задачу, то выяснилось, что и говорить-то в ней вообще не о чем. Все проблемы были в том, что количество внутренних точек не удовлетворяет соотношению аддитивности. За счет вот этой элементарнейшей вещи, за счет того, что функция стала, что называется, менять знак, то есть мы вместо количества внутренних точек ввели количество, умноженное на минус 1 в степени размерности. Выяснилось, что это соотношение прекрасным образом для нее выполняется.